Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией и для любителей криптовалюты. Сегодня хочу поделиться экраном EZ Bitcoin или EZ Crypto. Здесь абсолютно без вложений, с интервалом 5 минут. Нам дают собирать различные криптомонеты. 16 криптомонет. Значит, инстантом сразу прямо на Faucet Pay приходит. Нет тут вывода, ничего. И регистрация здесь наипростейшая. И авторизация, как видим, по email-адресу, привязанной к Faucet Pay. Прописываете, кликаете. Вот на коричневую вкладочку попадаем вот на такую страничку. Так, ну что, видим, у нас здесь монеты. Каждая монета с интервалом 5 минут. А так их можно как бы собирать без интервала. Например, собрали биткоин сатоши, через 5 минут можно опять собирать. Вот, и так далее. Платит. Он немножечко, друзья, с приветом. Сразу говорю, хотите собирайте, хотите нет. Это ваше право. Сейчас я покажу. Но тем не менее он платит. Как бы все замечательно. Ну, вот я трон соберу. Кликаю трон. И вот здесь, естественно, здесь есть подводные рекламки, так как это кран. И мы все знаем, да, что вот ждем быть кликабельно, пока не кликабельно. Сейчас реклама появится. Вот, возвращаемся. Сейчас здесь появится капча. Вот она. Видим вверху. Ждем. Все успешно. И вот на синюю вкладочку клейм. Видите, то, что я говорю, он с приветом. Появляется вот такая страница недоступная. Я просто ее обновляю. А монеты поступили на Faucet Pay. Ну, капча не корректно здесь написан. Но, тем не менее, переходим на Faucet Pay. Спускаемся ниже. Вот я, мои монетки. TRX. EZ Crypto. Кран. И 9 октября. Потом я еще вот собирала трон. Мне дали вот такое количество. Потом я собрала биткоин. Тут биткоин дает по одной сатохе. Также давайте соберем Dogecoin, попробуем. И вот здесь написано, что вот такое количество Dogecoin'ов поступит на Faucet Pay. Интервал, как я сказала, 5 минут. Опять я кликаю. Скрываю. Также сейчас появится капча. Вот она. Видим, да?
Успешно. Клейм. Опять такая фигня. Видим, да, получилось. Я обновляю. Переходим на Faucet Pay. Капча некорректно, типа того. Вот потому и говорю, что он немножечко такой вот с приветом. Значит, обновляю я Faucet Pay. И как видим, EZ Crypto. Вот количество Dogecoin. 9 октября. Ну, вот он платит, но вот говорю так вот. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Значит, можно еще собирать шорт-линки. Здесь перебрасывать на страничку уже короткие ссылки. Я их не люблю. Хотите, собирайте. Хотите, нет. Здесь дают по одной сатохи. Вот. Как бы. Я не люблю. Значит, возвращаюсь я обратно. Здесь аффилат находится. Реферальная ссылочка. Контакт здесь нет. Ничего. Ну и выход. Ну, в принципе, и все. Кому интересно, зарабатывайте, работайте. Не интересно, пройдите мимо. Пока дает, я считаю, нужно брать. Потому что на территории Российской Федерации сегодня работает, а завтра могут и закрыть доступ. Ну вот лично у меня так очень проблематично сейчас с этими кранами работать. Но тем не менее, крутимся как можем. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!